Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня у нас в гостях настоящий знаток тайской кухни. И вместе мы будем готовить легендарный суп том-ям. А начнем мы, конечно же, с ингредиентов. Нам понадобится 2 стакана куриного бульона, 200 граммов креветок, 1 стебель лимонника, 3-4 листика кафорского лайма, 3-4 кусочка галангала, 3-4 перчика чили, любителям погорячее можно и побольше, 200 граммов шампиньонов, 2-3 столовые ложки рыбного соуса, сок одного лайма и кинза для украшения. Ну что ж, приступим. Ставим на огонь кастрюлю с бульоном и доводим до кипения. Добавляем лимонник, листья лайма, галангал и чили. Варим минут 5-10. Пусть ароматы как следует подружатся. Теперь очередь креветок и грибов. Варим до тех пор, пока креветки не порозовеют, а грибы не станут мягкими. В самом конце добавляем рыбный соус и сок лайма. Гап-гвась. Обязательно пробуем. Не хватает соли, перца самое время добавить. Перед подачей украшаем суп свежей кинзой. Вот и готов наш том-ям. Аромат просто невероятный. Уверены, вам понравится этот рецепт. Приятного аппетита!